Доброго дня всем. Вашему вниманию еще одно старинное зданице в городе Красный Сулин. Красный кирпичик, узнаемся, да? Кладочка матричная. А может и человече уже. Ну что мы видим-то? Вниз уходит, да? Нет. Уходит. Сейчас. Уходит. И тут опачки, вот оно, видите? Заляпочка. Окошечко над окошечком. Старинное что-то здесь было. Старинное. Почту оставили нам. Почта. Сейчас войдем, познакомимся с почтальонами. Так, ну что, в общем, никто здесь не знает, что у них тут есть, а чего нет. Ну, этаж-то есть явно. То есть вход-то у нас в окно, как бы мы не хотели, да? Что-то понимать или не понимать, недопонимать. Людям не до этого здесь, абсолютно. Но здесь уже новодел. Новодел и фундамент подложили из бута. Ну ничего, какие наши годы. А, ну вот же оно, друзья. Ну вот как вот. Вопросы-то еще есть. Вот она. Рама. Понимаете? Ах, вот здесь набирается бетон. Вы видите? Вот уходит туда, окно целое. Наш-то глаз уже набит. Просто так нас не провести. Но люди этого не знают. И знать не желают. Всем добра, друзья. Еду дальше.